Очень рада, что нахожусь сейчас здесь. Тренинг очень удивил своей структурностью. Много в интернете и вообще в инфобизнесе, в образовательной сфере сейчас информации разрозненной. Кажется, что в принципе все ты где-то уже там слышал по чуть-чуть, но то, что было эти два дня, это вот конкретные рекомендации руководства к действию. Вот бери методичку и делай, это, конечно, прекрасно. Второй момент — это универсальность этого тренинга. Являешься ли ты религиозным, эзотериком или закоренелым материалистом-атеистом? То есть в любом случае это будет полезно любому человеку. Это, ну, просто так есть. Для себя на внедрение я взяла микродействия, которые нужно регулярно выполнять каждый день. И очень важно делать то, что ты любишь. Это, конечно, для меня очень было ценно услышать. Потому что я, конечно, поняла, что очень много из моих действий на данный момент то, что совершенно не сочетается с моими там ценностями и желаниями. Что-то я очень разволновалась под конец. Тимур, очень рада, что ты есть в моем окружении. Сила окружения, очень благодарна какой-то высшей силе, что мы рядом, и я рядом с твоей командой. Спасибо. Спасибо.